Всем доброго времени суток. Для ускоренных работ по укладке напольной плитки полы выравниваем по факту, без маяков, так как здесь надо сделать быстро и дешево, ну и чтобы качество было. Соответственно, мы быстренько протянули клеем, а на следующий день подкорректировали правилом. После полного высыхания грунтуем. Вот так вот мы начали класть плитку. И эта комната будет без ковра. Просто клади плитку и все. Размер керамогранита 1,60 м на 20 см. Клей наносим гребенкой 10 мм. Ну а пока ребята кладут объем, я режу фрезы на будущий ковер. Процесс не совсем быстрый. Полное видео по укладке ковра уже вышло на моем канале. И кому интересно, я оставлю ссылку на это видео. Ссылка в описании видео. Ну а тем временем ребята четко и уверенно справляются со своей задачей. Ребята уже почти закончили, а я все еще режу. Кинули прямые и осталось нарезать подрезки. И так как наша плитка 1,60 м, а все станки у меня ручные, водяные, не больше 1,50 м, я применяю ручной плиткорез для крупного формата. Он компактный, легкий и к тому же очень удобный. Подрезки у нас будут идти по обе стороны стен. Итак, собираем нашу направляющую рейку. Рейка состоит из трех частей, но в данном случае нам достаточно две части. Установили присоски. И пробуем закрепиться. Отмечаем плитку в нужный нам размер, устанавливаем рейку по специальным ограничителям, фиксируем присосками. В местах соединений проверяем правилом, ну на всякий случай. И режем. Далее ломаем. Как вы видите, все происходит быстро и непринужденно. После окончания всех работ плитку затираем. Вышли в другую комнату и чертим границы для будущего ковра. А для укладки ковра нам пришлось приобрести вот такую вот раздвижную гребенку. Глубина гребенки составляет 8 мм. Как я уже и озвучивал в прошлом видео, что толщина напольной плитки отличается от толщины плитки для ковра. Соответственно, и гребенки у нас разные.
На пол я применяю гребенку 10 мм, а на ковер 8 мм. Но это вы увидите уже в следующей третьей части. Ну а на первую и вторую часть я оставлю ссылку в описании видео. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.